Для профессиональных баскетболистов лето – это практически единственная возможность отдохнуть между сезонами. А вот для начинающих спортсменов эти 3 месяца, напротив, шанс научиться чему-то новому. Такой продуктивный подход к лету уже 7-й год используют в спортивном лагере «Спарта». Здесь детям в облегченном и даже развлекательном формате преподают основы баскетбола, а также волейбола и чирлидинга. У нас уже началась 1-я смена, сезон уже 7-й в лагере. Ребят, почти 100 человек на смене, к нам приезжают и профессиональные баскетболисты, волейболисты, и также начинающие, которые ни разу не занимались спортом, их тут обучают всему, и в конце смены они соревнуются и показывают свои результаты. Программа каждого дня в «Спарте» наполнена чередой уникальных мероприятий – мастер-классы, конкурсы и даже матчи бок о бок с профессионалами. В этот раз «Спарту» навестили такие опытные игроки, как Алексей Голихов, Андрей Зверков, Даниил Аксенов и Алина Ефременко. А центральным гостем стал Василий Прокофьев по кличке Баси. Русский парень сейчас тренирует в Китае и работает на площадках с известными специалистами со всего мира. Опыт работы у Баси с детьми небольшой, однако, как отмечает специалист, главное в этом деле – просто замотивировать молодежь. Сегодня он будет носить более развлекательный характер, более игровой, нежели обучающий, потому что детей будет много. И когда здесь около 40-50 человек, сложно на что-то уделить внимание, чтобы именно было с целью более образовательной. Я помню, когда я еще был ребенком, не так часто у нас были мастер-классы. И это будет такой мотивацией для детей, чтобы они дальше становились лучше и развивались в баскетболе. Вместе с Прокофьевым и другими профессионалами воспитанники «Спарты» провели тренировку и сыграли полноформатный матч. Такой уникальный опыт позволяет новичкам прочувствовать тонкости командной игры и в дальнейшем вдохновляет их на старт своей полноценной карьеры. В лагерь «Спарты» я езжу ежегодно. Тут очень хорошие навыки, базы, дриблинг, бросок, физика. Это очень полезно для спортсмена, именно как и на начальном этапе, так и на совершенствовании. Одна смена в таком лагере идет 14 дней. Текущий набор уже вовсю тренируется и познает секреты баскетбола и других видов спорта. Но впереди еще 2 детские смены, которые начнутся 3 и 19 июля соответственно. Может быть, именно этим летом здесь вырастут новые потенциальные чемпионы. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на 8.